Соревнования по стандартам Junior Skills являются отличным стартом для ранней профессиональной ориентации школьников, способствуют верному выбору дальнейшей профессии. Участие в компетенции на базе индустриального колледжа примут 12 подростков. Это учащиеся школ Мурманской области. Несмотря на юный возраст, ребятам предстоит выполнить довольно серьезные задания. Конкурс будет проводиться в несколько этапов, то есть школьники будут выполнять два задания. Это будет реверсивный пуск двигателя и включение автоматики освещения. На каждое задание даются школьнику 4 часа. Предварительно в рамках подготовки к конкурсу на базе колледжа были проведены занятия с учащимися кандалакшских школ. Также преподаватель выезжал и в область для обучения других конкурсантов. Ну а сам чемпионат по стандартам Junior Skills в Кандалакше стартует уже 14 марта и продлится до 18 числа. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.